Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня мы с вами поиграем еще одну такую, как я понял, инди-игрушечку. Она бесплатная в Стиме под названием Cloud Climber. Ну, либо же перевод, наверное, означает, как я понимаю, облачный лазатель, или кто, вот Climber, Climb — это залезать, то есть, ну, как бы добраться до облаков, до небес, я уж не знаю, Play. Игра, это не хоррор. Это инди-игра, да, которая нам с вами предлагает что? Another day платформа. Has arrived. Другой день. Лучшая вода, прежде чем идти дальше. Мы добавили в инвентарь ключ. Интересно. I made need, need... Так, короче, 1489, наверное, год, как я понимаю, стандайри какой-то. Получить нейтборинг какой-то башни в будущем. Но я знаю другие строения хранят мосты закрытыми. Я возьму ключ, короче, и буду залезать на башню несколько недель назад. Я хотел получить больше строений. Саплис какой-то. Я не имею бин вверх, что в несколько дней мне нужно проверить, если разблокировать мост двери, если другие башни, виканты, я... I might-то нужно, короче, экрос какой-то есть, короче, все понятно. Как использовать-то? Как его юзать? О! Давай вот возьмем, короче, с собой воду. Открывай дверь. Во! Отлично! Каев! Конструкция прошлой... Башня остановилась. Строение есть, надежда сейчас. Я верю сохранить, чтобы продолжить строение. Мне нужно травел попутешествовать две башни здесь. Короче, ничего не понятно, как всегда, все по-английски. Почему-то вот я обращаю внимание, все игры практически, которые бесплатные, все на английском языке. Строение, видишь, это уже 420 год, по всей видимости. Строение все дни длинные. И Берни, Дегрид прекрасные, и Террибл, и Террибл есть, и Ситин, есть сидеть, бат какой-то. Экшен, короче, Форман, АК он не любая работа, и пьет все вне воду. Короче, выпил всю воду. Мне нужно начать закрывать мою воду просто в кейс. Он реально не думает, он, короче, что-то не думает обо всех. И, короче, мне нужно закрыть всю воду. Потому что слишком много воды, короче, он пьет. Давай, откроем дверь. Кто-то, короче, пьет слишком много воды, и поэтому нам нужно закрывать все эти башни. Я все понял. Все ясно и понятно. Ну, потому что нужно было меньше пить. Вот так вот, если скажу. Так. Ладно. Ох, какая пила. Так, что такое? Еще один ключ мы нашли с вами. А, еще один, короче, какой-то мостовой ключ. Добавлен в инвентарь. Молоток еще можно было бы взять. По всей видимости, сейчас будем что-то отстраивать. Что-то открывать, что-то закрывать будем. Наш персонаж не умеет бегать, главный. Поэтому обойдемся без беготни сегодня. Так. Нам нужен на мост, это, по-моему, вниз. Здесь у нас с вами заперто. А тут мы и не пройдем. А, с верхнего надо этажа было идти. Пойдем с верхнего этажа тогда, чё? Как нам еще-то идти? По-другому-то никак, правильно? Ну? Вот отсюда. Эй! Ах, вот оно что. Во! Открыто, отлично. Едно Дайри.
36-я записка. Я не верю, сегодня 100-е anniversary на башне. Я знаю, другие есть строения, матч много, много длинные. И сейчас я I wish grandparents какой-то, короче, grand родители, короче, или какие-то прародители есть взять это, думать больше, более серьезными. 100 лет назад они decided things, какие-то, короче, думали, где получить приключения, но почему не они не видели проблем 200 лет назад? Так долго. Я glad, я надеюсь, они начали строить, мы имеете видеть это в будущем. Понятно. It's been quite some time since I was. Молчание, тишина, иногда время. Но у меня нету моста отстраивать лук. Просто кажется, все другие башни быстро что-то там. I guess, я надеюсь, я знаю этот день. 45-я записка, Келли Дайри пишет. World Come вернется, но я не expect, expect Patronus, так, Come вернуться позднее, завтра, yesterday, нет, вчера, мы начали экстремальный рейтинг без воды. Несколько дней назад мы остановили Supplies from the Ground Crew of the Lift, короче, на лифте, мы можем только... что они stolen the saplings. У меня глаза, у меня мозг плывет от таких слов. Run, бежать вне воды, еды. Или simply, или умрем. Если мы не получим into в облаках позднее, нужно увидеть, если мы можем получить немного из один Innate Boring Towers. Короче, понятно все. Так, ладно, идем дальше. Здесь сломано, мы туда не пройдем. Пойдем туда повыше. Какие красивые, слушай, какие-то башни, текстурки. Мы где-то вообще в облаках находимся. Далеко-далеко, высоко-высоко. Закрыто. А, нет, открыто. Давай откроем этот. Что здесь надо сделать-то? О! Так, мы открыли все двери. Один Дайри, Верда Дайри. 9825-я записка. Ирония, начали отстраивать. Короче, если хотите читать, ребят, ставьте, пожалуйста, паузу. Я не могу это переводить. Они карты уровня. Я попытался reasonable, надежда. Я пытался поговорить с ним. Но гриди какой-то маленький. Маленькая башня одна. Не хочет... отсылать их саплет с ними. Я не пойду умереть мили miles above the ground, какой-то driving up like, похоже, reason while другой люди смотрят. Я пойду конец, что сегодня вечером взять все. Мне нужно, я могу последний длинный, недостаточно смотреть, все Элс умрут. Как все классно, оказывается. Однако, а? О, притянули к тебе. Сейчас, наверное, будем двигаться дальше. Я так подозреваю. Давай обыщем все сразу здесь, чтобы нам идти дальше. Может, здесь какие-то есть еще вещи. Так, нет, здесь ничего нету. Ладно, нет так нет. Что поделать? Пойдем тогда сейчас посмотрим вот здесь чуть внизу. А как мы поедем, интересно, как он хочет нас отправлять? А, сам! Прикольно. Тебе сказать. Я надеюсь, звонок. Звонок, это место прекрасно. Звонок в это место прекрасен.
Я надеюсь, я найду что-нибудь посмотреть, какую-то четвертую башню. Я не больше фрустит сейчас. Мы побежали вне от воды, бежали вне строения, Саплис, и Карл просто не хочет получить со мной. По последние пять времени, дней он претендовал, он пошел, пуш, нажать на меня, выключить башню. Я ругался, если я выпаду в несколько дней, будет провал. Джоэр Дарри, 556 страница. Вчера Хаданг фел назад, так, фел, выпал вне башни. Я не знаю, как это произошло, но я был шейм. Expectedly, Сайенс, он имел ключ очень вне воды и чист. Нам нужно сломать закрытые онос, открыть позднее. Мы empty, пустое вне других читов. Все ясно, что ничего не ясно. Все сломано. Тут мы не пройдем. Тут нас не пускают. Пойдем выше. Нужно было проверить башню, мы ее и проверим. Открываем дверь, читаем записку. Карл, 57 страница. Я просто не могу получить вне... получить конец это. Хаданг взял абсолютно лучшие реакции, где я с ним. Для некоторых недель было претендовал получить Мэтт, сумасшедший, и шоу «Мои руки» и он. Если нажать на него, выключить башню, я не думаю, что будет старый. И я могу сказать Хадангу, что люблю это. Прикольно. Интересно. Забавно. Что сказать? Тут кого-то любит, кого-то какие-то башни. Давай откроем. Ящик нельзя, ну и ладно. Looks like I'll need to fix this bridge. Похоже, что мне нужно починить башню. А для того, чтобы мне ее, короче, починить проход, мне нужны доски. Я понял. Мы получили доски. И будем сейчас их ремонтировать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, мы все починили. Пойдем смотреть It's башню. Hard to believe that это сложно поверить, что последнее время... О, один здесь. Я никогда не думал, что закончу это. Похоже, сделать надежду точки просто на... Так. A note of ambition, короче, the son of Zlikar. Короче, если хотите, ребята, это читать, можете читать. Я не буду читать. Короче, Кевин какой-то сделал реально читис-пэч о том, как одинокие были, привел их. И как только говорит прекрасно, кто жизнь... Короче, я не могу, ребят, у меня язык и голова ломается, и глаза. Английский язык — это не для меня. My English is very well. Is very bad, наверное. Понял, нет. Так, ниже нам не позволяют идти, поэтому мы наверное, выше будем подниматься. Опять мы берем доски, мы берем пилу и молоток. Класс. Сейчас будем ремонтировать башню. Что до этого никому это сделать не удалось. Мы такой один-единственный особенный человек. Идет ремонтировать башню. Прикольно. Интересно, как он прибивает все эти доски. Слишком много досок он с собой взял. Явно силач. Все. Посмотрим на другие башни. Really это место, правда, прекрасно. С штормами, короче, песочными штормами. Peaceful. Путь какой-то. Короче, какой-то путь. Я работал башня жизни, никогда не останавливался. Мы только закрыли верх облаков, надеюсь, некоторые деньги, надежда. Но...
Но сейчас, что everyone is gone, я знаю, might сделать... Короче, моя жизнь — это чинить башни, может быть, когда-нибудь сломается. It's been a long time, but много времени, но я думаю, я наконец-то закончил. Ух ты. О, бой. Вот и дождь полил. Прикол. Все, что ли? Спасибо за игру. Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться назад. Видите, и дождик пошел. Интересно, прикольно, как бы такая задумка, но, если честно, не особо понятно, что разработчики хотели донести в этой игре до нас, да? Что-то интересное, прикольно, может быть, как посмотреть графику, качество, вот, потому что графика реально крутая. А цель, ну, я не знаю, как бы в чем задумка. Инди-игрушка, она и в Африке инди-игрушка. Так что это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте в ВКонтакте. С вами был ваш Юранка. Боже мой, ставьте игру, спасибо за просмотр, до новых встреч. И пока-пока, скоро увидимся, не переключайте, будет много чего интересного.